Веганы по неволе. Мясо может стать для украинцев деликатесом. Традиционно из-за очередного подорожания. С чем связаны новые цифры на ценниках и что с ними будет ближе к Новому году? Выясняла Любовь Кукла. Это один из столичных рынков. Из-за очередного скачка цен продавцы жалуются. Клиентов нет. В мясном отделе полнейший штиль. Не было и немає сейчас. А сейчас вообще их немає. Ну не берут в таком количестве, как раньше брали, а берут сейчас меньше. Еще бы, ведь мясная корзина подорожала почти в два раза. Дорого, очень дорого. Цены космические. За килограмм свинины в среднем жителям Киева нужно отдать 100 гривен. За говядину немногим больше – 110. Сало, как и вареная колбаса – 70 гривен за кило. Дешевле всего традиционно – куриное филе – 55 гривен за килограмм. Все виды мяса без исключения подорожали в этом году более чем на 30%. Вера Александровна идет с рынка со скромными покупками. Говорит, это все, что может себе позволить. Из-за невероятно высоких цен мясо для ее семьи уже деликатес. Осьо, дивіться, 20 і 15, і того нічого. Дивіться, 115 гривень індейка. Нормально? Для 1400 зарплати чи пенсії. І все, нет слов для выражения. Людям мясо и сало стало попросту, не по карману. Цены растут каждую неделю. А продавцы рассказывают, из-за подорожания продажи упали в три раза. Эксперты новые ценники объясняют просто. За счет того, что люди сокращают сейчас поголовье из-за африканской чумы свиней. Из-за того, что крайне тяжело кормить. И приходится покупать еду конкретно для свиней. Но это далеко не все сюрпризы. По словам аналитиков, мясные продукты подорожают еще больше. Обычная курица украсит далеко не каждый новогодний стол. Хотя власти неоднократно обещали обуздать галопирующую инфляцию. Любовь Кукла, Елена Миндалюк, Владимир Самченко и Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер.